Выборы в молодежный парламент при Совете депутатов Ленинского городского округа завершились. Проголосовало 625 человек. На избирательные участки приходили организованными группами от школ, учреждений, общественных объединений. Чтобы поддержать активную молодежь округа, к выборам присоединились и молодые члены общественной палаты муниципалитета. Ведь, как известно, предельный возраст для голосования – 35 лет. Считаю, что молодежь – наше будущее, на молодежь – наша надежда, поэтому надо активно их поддерживать и быть с ними в одном ряду. Члены участковой избирательной комиссии осуществили несколько выездных голосований в 9-ю и 11-ю школу города Видное, а также в институт. Учащиеся к приезду представителей УИК готовились, развесили плакаты и информационные стенды. Суммарно проголосовавших в 11-й школе было около 190 человек. Также наши коллеги были в 9-й школе. Школьники приходили на голосование и с огромным энтузиазмом голосовали. Избирательный участок закрылся в 6 часов вечера. Буквально через несколько часов на официальной странице молодежной территориальной комиссии появилась информация о победителях. Лидером прямых выборов стал Илья Пономаренко. За него свои голоса отдали 252 человека. Второе место у Ивана Грачева. На третьем в рейтинге голосов Артемий Болотенков. Молодежный парламент, на мой взгляд, это очень важный орган, потому что молодежь должна быть у нас активной, и, соответственно, она должна что-то делать. Поэтому молодежный парламент – это очень важно. Будет способствовать, да, такой работе? Будет способствовать, чтобы вся молодежь объединялась и делала крутые вещи. Всего путем прямых выборов в новый созыв молодежного парламента при Совете депутатов Ленинского округа отобрано 10 человек. Еще 5 кандидатов участие в голосовании не принимали. Их делегировали общественные организации муниципалитета.